А вот все. Включил. Спасибо Боингу, что напомнил. А то вы сидели сейчас бы. Была бы немая трансляция, немое кино, так сказать. Кто не мог кино хотя бы субтитры были? Смешно было. Транс. Ну, главное, что сам не транс, и хорошо. Ну, не у Детройта, если чё. Всё канонично. Хуя этого 18 номера этого Филадельфия. Забавный вид. По-моему, он угашен. Этот, который Федук? А, нет, это этот Гундамур. Да-да-да-да. У всех плюс-минус какой-то украшенный вид. А куда он идет-то? Ну, тут... Посмотрим. О, что за фигня? О, Джонни, здорово. Здорово, банда. Я тут пока на перекуре сижу, блядь. Какое ощущение, блядь, как будто ты в автобусе едешь. Так там самолет у него. Нет, это, блядь, здесь, в подвале, короче, курил, как вентилятор работает. А-а-а. Ты там работаешь. Товар передают, да? Нет. Нет. У них средняя лига. Почему тут? А кто Детройт делал? Грюхил. А почему? Ну не знаю почему. Он вчера где заболел, потому что тоже Детройт играет. Так это Овка или, блядь, товар? Это Овка. Да. А им можно любую команду выбирать? Нет, это не средняя лига. Команда. У них отдельный драфт. А, ну все, я понял. А то в тот раз был драфт общий, блядь. Нет, уже сто раз говорили до сезона, что будет все. Раздельный драфт. Ну тогда ништяк. Никто тебя Детройт отбирать не будет. Да что ты, блядь. Они как бы там уже играют. Даже уже удаление произошло. Да, так. Ладно, я, пожалуй, посмотрю просто. Да, давай, браток. Что у нас тут? Ну, Линдрос бежит. Не знаю, что ты гоняешь с него скорость, вроде сейчас он неплохо раскачал. Погоди, а кто у нас 25-й номер? Я забыл. Нет, я Филадельфия, кроме Линдроса там и... Ну, 25-й... Вот Федук, по-моему, 18-й, что ли? Да, или... да. Федук 18-й. По-моему, Ломакин. Это Лёня вроде поставил много, потом передумал. Видимо, ты сам не хочешь пока свою школу показывать, все критики свои держат. Наверное. Зинин.
просто отжали у него с корнями шайбу. Да что, что он творит? А, он, видимо, понял, что не поставил. Партизан пьяный, что ли? А, ну Федука он 25-й. 25-й. Алмаки. Да погоди. А, это большинство было. Нет, у большинства, по-моему, Детройта было или нет? Я, yeah, он в меньшинстве точно. А на меньшинстве у него... Ну, блин. Ты не, главное, не слушай нас. Да. Что делаю, понять не могу. Зачем он извинился? Заходил. На меньшинство вообще не обращай внимания. Ты, главное, вот поставь. Переиграй, переиграй. Переиграй! О, хорошо, хорошо. Блин, Ламур. Ломайте насист. О, и вратарь еще отличился. Вратарь хочет получить MVP. Ну, сегодня по ночи, по-моему, получал MVP, блядь. Ну, здесь же в этой игре за сухарь MVP получает вратарь. Ну, ты проучил звезду матча, имеешь в виду? Да. Ну... Ну, постоянно, всегда, если, если на сухарь я отыгрываю, а? У меня он лучший игрок. А, ну здесь может быть. Партизан хочет угомониться, Линдрос навешивает. Навешивает. Синдром Камбарова, короче. Навесило. Он вид спорта перепутал. Кстати, Камбару какое-то еще прозвище было интересное, я забыл. Вот мемы ушли и все. Все забылось. А ты это видел? Видос, который... Какой? И Константинов Фана. Забивает просто непонятная ошибка. Константов? Константов или Константинов? Константинов. Константов. Константов. Ну это как копченый. Конченый. Эти фразы всегда выйдут. Ну, Партизан, между прочим, стал золотым голосом в том сезоне. Заслуженная награда. Да, да, согласен. Дрожь шайбой дает Федуку. Тут обратно, но не точно. И нарушение правил Детройта. Опа, она какой красивый. Бля. Обалдеть. Речи на месте развернулся, выдал великолепный пас на Линдроса, тут в касание, ближний угол, вратарь был бессилен. Что у нас? Ошибка передачи. Их надо было отдавать... этого Гриндамуру, а не назад. И Лёша тоже что-то пытается плести. Короче, это по поводу видоса-то. Я кидал видос этим, с Жириновским. А, ну-ну. Я видел. Пец просто. Зачем? Что это было? Ну, это Жирик. Да, он просто чудной, да, человек. Девушка попросила стонать во время секса. Да, по-моему, просто траханье охлаждал. Если понял, за какой игры это речь. Углепластика на самой, блять. По-моему, нет, это не Фаргус, это тоже какая-то эпичная такая конторка. Ох, какую роскошную комбинацию пытался Федоров провести с кем-то. Нет. Раскатка удалось. На индивидуальных действиях хоккеистов забить. Да. Даже забросить. И...
Партизан просто решает по другой тактике играть. Он провоцирует на удаление. Охренеть. Кен, короче, тестировщиком устроился удаленно, хочет строиться. Говорит, дали тест задание, собеседование было вчера. Говорит, час 20 собеседовали, час 20, мать его, за ногу. Тяжеловато, ну там, прям, говорит, капитально все спрашивали. Я думал, так будет, как обычно, тем, типа, почему хотите стать тестировщиком, а как будет звать вашего попугая через 5 лет и прочее, такую залупень типичную. Да. Ну, ладно. Все же удаление Фидук, не использовал. Фидук шайбы. Пытался на лендро, судя по всему, выкатить. Да, но не получилось. Не довел, так сказать, клюшку. Отличная передача в кос... Великолепно. Давай, да ну добивай. Нет, какая-то бревна отскакивает. Эта клюшка деревянная, в принципе, соответствует истине данного высказывания. Дрос подходит. Просто Филадельфия оккупировала. Жива и что? Кеночки, набегание. О, это как у меня сегодня, это чуть не залетело. Да, во втором матче можно просто врезать эти перекладины. Да, они перекладины вообще просто. И щелчок. Подобие щелчка. Дует. Устраивает. Но... Это так. Ты как думаешь, куда Мамаев теперь пойдет? Кто? Мамаев куда пойдет? В какой клуб? Бутылка. А из, чё, бутырки, вот... из бутырки в бутылку? Из бутырки в бутылку, ну чё? Не, из бутырки на бутылку. Блин. Не знаю, а чё, его с Краснодар с ними хочет это самое? Нет, ну уже расторг давно. Я просто не слежу. Да и хрен на него, в смысле на Малаева. Корина Зенит забрал. Типа до конца сезона. Они вчера типа подписали. Она именно ну что же партизаны в принципе можно уже поздравлять с победой, да? Ну да, ну, 3-1. Нет, подожди, я лучше помолчу, мало ли что тут случится, какая-то херня, какой-нибудь рандоммайзер. Ох, ну я бы бросал, но вратарь на месте еще бы набор за обороне отрабатывает. Зачем это такого вратаря? Зачем? Он, наверное, пытался по шайбе попасть. Да, это нормальная тема, когда я бью по шайбе. Это убавил звезд игрока. Ну, влетаю, вы в это играть предлагаете? Ну, да, пожалуйста, прогнозы пока делать преждевременно. У него еще сколько, 16 секунд? Да. Почему 16 секунд вполне забросить? Сейчас партизан покажет свой максимум на мануале и все. Ну нет. Прикинь, чем залетел. Ну поржали бы, чего. Да, за одну секунду. Там скрины и не скрины, будьте любезны. Стату. Ну что же, чистая костяка. Мне кажется, это нам показывают. Да. Ну, сбросьте игру, там, не знаю. Ну, тут выхода нет. Если он слышит, хотя он вроде не в Дискорде. Вот этот, Real Steel жмакает. Можно же было всем нажать. Сохранил. Партизан, настрой, пожалуйста. Блин.
Ой, сука. Матч. Тур серии. С трех матчей. Между Партизаном и Real Steel. Как Партизана зовут? Лёня. Лёня, Леонид. Лёня? Нет. Ну, понятно, Real Steel, Лёня, а Партизана? Лёша или Real Steel зовут, а Партизана Лёня. Леонид. Понял. Для других данных у меня вообще Партизана нет, потому что он Партизан. И началось роскошно. Да. О, защитник отдал. Что-то даже два защитника передачу отдали. Ну видишь, как у Партизана какой стиль проповедует такой. Такую чему. Все в атаку. Взяли защиту. И у нас нарушение правил. Я жду его гол. Защитник отправляется на баночку. На бутылочку. Сушку. Ну что, у нас Айзерман сейчас будет тащить, да? Дук тащит шайбу в зону. Затаскивает. Финтит. И теряет. Рисково. Как Роналдо. Ивентус. Вот так вот. Ну, Хазерман, Азерман. Нет, вратарь выставляет Свикинге. Угу. Великолепный. Не, ну может он хотел, чтобы вратарь перед собой убил такой. Добивай! Ошибается Партизан. Мануал. А сейчас вы, ребята, видели, как делать не надо. Да. Что-то, по-моему, Ревсю хочет... Сломал... Речи. Лидстрема. Лансерма, да. Лиса, ты зачем открылась, блядь? Нахуй. Что делает Детройт? Он просто давит на вратаря. В буквальном смысле. Алиса открылась на по себе. Да сука, иди ты нахер. Давай, забрасывай. Неплохая контратака. Боже, отличное подключение. И вот это... Можно давить, пока там... Дрозд давит. Ну, эх. Кстати, Гусев уже отдал первую свою голевую передачу. А, за Дэвис? За Джерси, да. Ну, да, все равно не специальный матч. Кьюзу, ну это да. Кьюзу дал? Скажем. Они чего-то Кьюзу, да, их поставили в первое звено. Ну, даже они, короче, А как Флориды сыграл, не знаешь, они с кем-то вчера играли вроде с Коламбусом, по-моему, или 1-0 проиграли вроде как. Я скажу точно. Питтсбург Баффало проиграл в овертайме. Ну, Колорадо, по-моему, еще пока не играл. У них в Сан-Диего должен быть первый матч. Флорида Шнешвиллом. Да, вспомнил. Федук пытался на добивание сыграть, но шайбу не... Сейчас начал счет будет. Если бы он чуть побольше вывернул клюшку, то мог бы и забросить. Я не эксперт в этом вопросе. Ну там просто Виндрос особенно. Открывался, что Партизан хотел сделать, я не понял. Зачем? Вратарь там, по-моему, сейчас вообще упал.
Ой-ой-ой. Партизан опять что-то. Ой, чё. Во-во-во, зачем, действительно? Зачем? 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 Он расслабленно играет. Надо собраться, иначе он так проиграет с такой игрой. Мне кажется, он что-то готовит. У него есть какая-то заготовочка. Ну, если не про компот. Не про компот говорю. И соленья. Нет, нихуя. Нет, но... ничего нет. Слушай, читай больше. У него есть планы, он этого плана придерживается. Вот, ну, вот как видел, как опасно было, если попал в ворота. Да, читники здесь, понимаешь, очень легко жопы. Они не попадут в ворота никогда в Филадельфии. Кстати, это матч открытия средней лиги, между прочим. А, да? Нет, не открытие. Билси вчера играл с этим, с Роджером, но это... Один матч сыграли, потом что-то он ушел, потом еще долго ждал Рилси его. Короче, как обычно. Как обычно, Роджеру. Да. Надо Роджеру просто заранее писать, что стрим не нужен, потому что там его пора... Что происходит? Что вратарь делает? Что он делает? Он свою работу делает, блин. Вот что он делает. Третий залетает. Пускай дохлое зено. Что-то он мутит. Что-то он замышляет. Линдросов выбегать вообще неплохая идея. Вообще прям пейс 40. Ну, надо бы пас отдавать уже. Команда Партизана делает все, чтобы проиграть. От души. Душевно душу. Прям переводы с фланга на фланг. Рил Стива. Ну, бело-красная форма, стеночки забегания, все как положено. Давитель бы оценил. Че убегает в контратаку, но тут уже двое сидят. Защитников ждут. Великолепный переход. Я боюсь, когда партизан такие вещи делает, честно. Речи. Два кружева. Вратарь просто вышел, как защитник, скатал силу прием, обратно пошел. И четвертый, нет. А, Зерман уже там на хитрик шел, да? Да. Просто катится, никому она не нужна. Что-то мне кажется, сейчас будет второй. Нет, не будет второго. Второй шайбы. Итого у нас 3-1 и 3-2, по-моему. 3-2, да. Нихуя какая-то. А у них что, две игры, да? Без. А? Играются. Так, ну нет, по две игры в средней лиге. По две? Там. Я думал три. Три только у нас. Ладно. Ладно, не знал. Двенадцать ударов.